Новые правила для пересечения границ Шенгенской зоны утвердили послы ЕС. Речь идет об усовершенствованной системе контроля, которая будет хранить отпечатки пальцев, фото и паспортные данные пассажиров в течение 3-5 лет. Нововведения коснутся всех граждан из так называемых третьих стран. При этом разницы нет, путешествует пассажир с визой или по безвизовым правилам. ЕС надеется, что это поможет борьбе с терроризмом, а кроме того, улучшит качество пограничных проверок. Документ еще должен рассмотреть Европарламент, а затем утвердить Совет Европы.